Всем доброе утро. Я сегодня накулючилась, как на Северный полюс. А у нас жарко. Несмотря на то, что ветер ураганный, здесь наверху, вот сейчас между домов не так сильно. Вообще он надоел уже, ночью спать невозможно, все это гудит. Эти жалюзи так все колышутся. Там вообще какой-то пипец, в общем, спишь и не думаешь, блин, когда же он все закончится. Полетит, не полетит, сломается, не сломается, наша крыша, блин, не улетела бы. Это ужас какой-то, в общем. Но несмотря на то, что здесь так тихо, ветер все тот же самый сильный. Если бы не был ветер, то вообще, наверное, такая жарища была. Потому что я, знаете, укулючилась, еще шарф пуховый сюда надела. Иду такая до машины 2 метра. И вся, блин, вся уже обтекаю. У меня тут водолазка термо. Здесь свитер. В общем, пипец. Я на севере была. Смотрите, от ветра. Все апельсины сваливались. Цветы тоже отвалились. В общем, ужас. Куда он убежал-то? Он гуляет. Весело ему. А, там у него друг. И вот он к нему все бегает. Все, пришла на работу. Ночевает. О, смотрите, видите, даже это упало. Целые цветы. Посмотрите, это не это. Не наши родственницы. А, так они искусственные, что ли? А, они, наверное, вот отсюда, вот от этой кассы Эрмандат. Вон там всегда цветы лежали. Тут всегда стояли. А, видите, вот разбилась ваза. Так, наверное. Тут ваза была. И вот там цветы и разбилось все. От ветра. Короче, идешь. Вчера вообще шла. И думала, на голову что бы не свалилось. Если бассейны летают. Вот такая вот у нас зима ветреная. О, твою дивизию, все падает. Буду открывать. Сейчас приду домой. Открою все окна. Такая красота на улице. Просто вообще пипец. Мне сегодня сейчас муж сказал, он не придет обедать. Ой, поэтому я говорю, заеду в Лидл, мне как раз заправиться надо, там заправка рядом, и это подумайте еще, что в Лидле заправляюсь, и по пути в Лидл куплю себе салат свой любимый, я давно уже не ела, Цезарь, он еще и с предложением мне на этой неделе, купон там есть один, ну блин, Чарли дела делает, но я все равно приготовлю. Этот, как его зовут, стручковый фасоль, для вас сниму рецептик, обещала же, ничего не будет до завтра, полежит только, еще вкуснее будет. Что это такое? Что сюда, тут написано, что лучше зайти пешком или на автобусе и такси, вообще, по идее, лучше пешком. Видите, погода устаканивается. Море уже не так бушует. И главное, тепло. Главное, что тепло. Вообще уже по погоде антициклоны идут. А этот ужасный ветер дурацкий был. Просто бесит. Гляньте, какие волны. Завтра я туда пойду. Завтра у нас пятница. И мой путь будет держать. Вот эти вот. Вот тут я пару кругов вот этих даю. Вот так вот. Смотрите, какая сегодня ясная погода. Это у нас Альмунекар, где Таня живет, Гуля живет. Там у нас. Так, видите, здесь вообще не поймешь, где деревня заканчивается, где другая начинается. Вот все вот так вот, все, все вместе, не как у нас. Едешь, одна деревня закончилась, потом еще несколько километров, там, не знаю, 50, 20. Ну я Дондева, другая деревня. В общем, идем за салатиком. У Чарли тут не друг живет. Собака такая овчарка, что ли, наверное, черный прям такой. Они друг друга ненавидят. Причем
с детства, как говорится. Этот был маленький мой. И тут тоже был маленький, и они уже друг с другом вот тут живет. Смотрите, какой. Ох, порвал бы. Тут бы, конечно, в 4 раза больше, чем мой Чарли, но все же. Это мусорщик. Скорее, даже не мусорщик, а мусорщица. Женщина очень хорошая. Так в течение дня. Ой, кто-то рыбу жарит. Боже, как вкусно пахнет. Рыба пахнет вкусно, жареный. И жареный такой прям вот, чтобы с мукой. Есть хочу. Я всегда есть хочу. Вообще у меня проблема. Я всегда хочу есть. Мне кажется, у многих такая проблема есть. А вот так у нас хлеб возят. Видите, и вешают на дверь. И не нужно ходить каждый день за хлебом. Утром приезжает специально. А по понедельникам за деньгами. Мне клиентка рассказала. Но мне это невыгодно. Мы целый батон не съедаем. Но на неделю, наверное, его. Поэтому невыгодно. Вот почта. На таком тарантасике. А это моя машина. Вы знаете, на улице так хорошо, так тепло. Дома, блин, дубак. Открыть ничего не могу. У нас тут такое ветерище. Там, где работаю, намного меньше ветра, чем здесь. Это какой-то кошмар. Купила вот такой салатик Цезарь. Я его обожаю. Просто. А еще купила... Да, Чарли, дай я пройду. Потом ты уже пей свою водичку. В общем, вот такой цветочек. Ясинтус какой-то. В общем, он, знаете, пахнет и цветет как... Ландыши. Пахнет обалденно. Ну, по-моему, одноразовый. Я так понимаю. Потому что вот их даже продают в таких горшках, чтобы потом вроде как выкидывать, что ли. А смотрите, я тут взяла с премию 3 штуки и 1. Специально взяла такой. Чтобы у меня вот этот тоже цвел. Они потом вырастут и так пахнут вкусно вообще. Надо сейчас поизучать, как их поливать. Я же люблю улить-то. Тут вроде как написано, но я что-то ничего не понимаю. Не сильно вроде поливать, да? Можно дома, можно не дома. В общем, сейчас в интернете поизучаю. Ну вообще, ужас какой. Смотрите, сколько земли мне там намело. Даже вот тут, вот сколько. Вообще, вот оттуда все дует. Ой, цветочки мои там, так и вон такой весь бедный пострадар. Сейчас покажу. У меня тут неубранная кровать. Ну, вам вас это не удивит, наверное. И шкаф открытый, потому что только сейчас переодевалась. Смотрите, бедный мой несчастный цветочек какой он, что он из себя представляет. Вон там вообще все листья уже отвалились. Вообще, этот, у этого было 2 вот таких вот, ну, вот таких вот ответвления. Один, гляжу, отвалился вон там. Еще смотрите, как паркуют. Сейчас открою. Какие-то тут мушки. Сейчас дверь закрою, чтобы сквозняка не было, и чтобы ничего не началось там. Бум-бум, как обычно бывает. Сейчас покажу вам, как паркуют. Это вообще пипец какой-то. Вот. Вот красная машина. Причем у них есть гараж. Гараж у них вот там. Меня вот это всегда бесит. Вот это вот здесь машины никакой не было, потому что она там полу влезет. Такое ощущение, что много места, но на самом деле нет. То есть он стал, кому-то место зарядил, да? А я там, это моя машина, там где-то пристроилась вообще. И вообще меня бесит, когда у кого есть гараж, паркуются не в гараже. Тогда зачем вам гараж? Не понимаю. Сейчас заодно цветок полью. На улице идеально теплее, чем в доме. Я, наверное, сейчас открою дверь, чтобы проветрилась, правда? И нагрелась комната! Хотя у меня тут всегда обогреватель включается вот такой. Вот, я тут лежу, когда мне жарко, я его ночью раз выключаю. Такой он как плита. Из цемента. В общем, прикольно. Гляньте, что творится. Дверь закрыта, видите? Ужас. У меня машинка постиралась. Пойду наверх вешать. Может, улечу нафиг. Так что, если завтра влога не будет, значит, улетела. Пипец. Все летает. Слышите, как крыша
стучит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Но не холодно. Ну и куда ты полез? Ну куда ты полез, мой дорогой? Ой-ой, он хочется, как это, колется и хочется и коль... А, хочется и колется, во. Вроде бы как и ветер, а вроде бы как и хочется за солнышки погреться. В общем, полетели. Собираюсь, как всегда, гулять. А ветер сильный, но тепло. Поэтому оделась я не очень холодно. Не так, как вчера. 150 одежек. Этот всегда у меня шея должна быть закрыта. У меня всегда проблема с ангиной. Знаете, у меня вот я ничем там не грипп, у меня какой-то, у меня ангина. Но так как я обнаружила себе витамины очень хорошие. У меня есть видео о том, какие витамины пью, кому интересно. Вот. Чалибень, суй. Маму. Суй. Он не хочет всю никогда одевать вот эту, потому что думает, что я на него свитер буду напяливать. Бинго, суй. Суй. Маму. Суй. Что-то летает. Суй. Маму. Бинго. Никак не хочет. Суй. Снег кружится, летает, летает. Как, куда ты гигиеническую помаду задевала? Красить приходится помады, которую купила в Приморье. Кстати, помада это... Я первый раз такой... Пользуюсь косметикой Vivienne Savo. Вы пользуетесь такой косметикой? Помада, обычная помада. Не знаю. Ну, конечно, здесь еще не видно. Номер 709. Так, знаете, на каждый день. И сходить погулять нормально. Так, мусор не забыть вынести. Что тут за таблетки? А, сейчас мандыкнется. Что за таблетки? Какие-то таблетки. Мусор вынести. Мусор вынести. Так, ключи. А то могу и без ключей выйти. Вы знаете, да? Что было у меня пару раз такое. Ну что, пойдемте. Снег кружится. Летает, летает. Мне уже жарко. Кстати, в квартире на 2 градуса сразу теплее. Чем эспирит. Пару замочков закроем еще. Представляете, какая разница? Это с учетом того, что я сегодня целый день. Жарко, действительно. Открываю эти балконы и окна. Тут цветы полить, то еще что-то. Странно, кто-то камин, что ли, ты... Ладно, мы пошли. Мы пришли домой. Пойду белье сниму, пока оно у меня не улетело. Потому что если я оставлю в ночь, то оно у меня улетит. А еще сегодня такой прикол был. Чарли у меня наверх поднялся. Ну, а я вот сюда вот тазик поставила. Вот так таз. Он у меня большой. И ушла. Сижу, чай пью, думаю, где моя собака? Зову его такая. Ну, он же у меня культурный. Он же меня не залает, не пожалуется. Ничего такого. Думаю, блин, где собака? Странно. Выхожу, а он тут в этом промежутке вот так по лестнице туда-сюда бегает, бегает. И никак не может перепрыгнуть этот таз. Ай, я не могу. Думаю, блин, закрыла собаку. А он даже не пискнет, знаете, бегает туда-сюда. Даже не гавкает, что типа закрыла меня. Ой, что тут у меня с камерой? А еще я сегодня плащ постирала. Мне на день рождения Танька его весь расцеловала. А мне же, знаете, я же лодырь. Нет бы его. Вроде бы отстиралась у нее прям вот тут. Или вот с этой стороны были губы. В общем, отстиралась. Прям губы были. Она меня весь его расцеловала. Любви обильная. Ну вот, я же такая ленивая, чтобы отнести в химчистку. Это же надо отнести его, потом его забирать. Мне легче его самой постирать и потом отгладить.
Что тут у меня все на месте? Вроде бы на месте, ничего не улетело. Хотя вот смотрите, как все это. Вот видите, если бы я его оставила на ночь, он бы 100% улетел. Хозяйскую собаку я уже сегодня навещала. Я ему уже давала чуть. Ты меня что ли ждешь тут? Смотрите, какой он отдрессированный. Ой, ну что ты не поймал? На камеру стесняешься, что ли? Так он их хватает, что ли? Видели? Все, ты уже... Ну ты их проглотил, их жевать надо вообще-то. Проглотил и даже не понял, что это было. Ой, сейчас буду убирать. Ее пока не улетело. И пока не стемнело. Потому что когда стемнеет, влажность сильная. В общем, вы знаете, сегодня переборщила с чаем. Кто меня давно смотрит, знает, что у меня на чай, точнее на теина. В общем, то ли аллергия, то ли что-то. Аллергия, в общем, по-испански. Ну, идет вот приступы случаются. И вот один такой. Я уже, знаете, давно у меня этого приступа не было, но сегодня опять случился. Думала, помру. И это точно от чая, потому что я выпила черный, за следом зеленый. Но так как давно этого не было, я обрадовалась. Все, все нормально. Но не тут-то было. Приспичило, в общем. Поэтому как бы состояние, ну все прошло. Поэтому мне писали омепрасоль, но он мне сегодня не помог. Ладно, буду делать. В общем, это я к тому сказала, чтобы вы на вид не смотрели. Я вся размазанная. В общем, вчера я сварила зеленую фасоль до готовности. Муж там Чарли доводит. И сейчас буду ее приготовить. Я порезала уже чеснок. У меня тут где-то 4 зубчика чеснока. 10 килограмм. Был килограмм фасоли. 4 зубчика чеснока. И хамон. Я его вот так вот сделала в этом, в роботе. И у меня вот такие вот ошметки получились. Можно порезать хамон. Можно уже у нас продается уже, называется такосный хамон. Уже готовы купить. А если вы не найдете хамон, то я думаю, можно заменить на бекон. Бекон? Бекон, да. Бекон. Грудинка. Или лучше, знаете, есть, помню, сырокопченая грудинка. Во. В России, я помню, брала сырокопченая грудинка. Вот она тоже годится, наверное, тоже кубиками порезать. Вот. Я делаю на оливковом масле. В общем, приступим. Сейчас будем разогревать. Добавим оливковое масло и обжарим чеснок. Чеснок обжариваем, да, такой, чтобы он стал золотистый. Но смотрите, не переборщите с тем, чтобы он не сгорел. Горелый чеснок, он горький, поэтому вкус совершенно меняется. Кстати, хамон я это не весь буду класть, я не знаю сколько. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Ну, где-то вот так. Вот так. На вот это вот. Конечно, от килограмма свежий получается намного меньше фасоли. Так, обжариваем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Обжариваем. Обжариваем. Чтобы он не сгорел. И соль. У меня фасоль не соленая. Я варила ее, то есть без соли. На пару, если вы видели мой вчерашний влог, я варила ее на пару. И солью, так как хамон он соленый, нужно аккуратнее быть, можно пересолить. Но вы знаете, я так аккуратничаю, что я всегда не досаливаю. Но я не люблю еду сильно соленую, у меня вкус сразу меняется. Я что сильно сладкое не люблю, что сильно соленое, чтобы вкус, как говорится, либо еды был, а не соли или сахара. Вы меня поняли, да? Вот обжариваем. Запах уже идет неимоверный, вкусняцкий. Поставила на 9, на, как говорится, на полную мощность. Сейчас уже можно убрать на 7. Что, блин, какой, как я люблю вкус жареного чеснока. Это просто вкуснятина какая-то. Ой, вот такой вот у меня, представляете, реакция. Не знаю, всю жизнь пила чаи. А тут вот года два назад как приспичило. Долго я не могла понять от чего, пока не доперла.
один раз вот так тоже чая пила. Я люблю, знаете, такой крепкий, чтобы терпкий был. И вот доперла. Что это вот такая вот как реакция идет. И мне нужно все отнести в туалет. Нет, готовлю еду и рассказываю вам. В общем, то ли газы образуются, то ли что, непонятно. Прям вот тут вот все в груди, все вот так вот скашивается, как будто инфаркт. Я первый раз думала, что у меня инфаркт, представляете, на пляже. О, так плохо было, блин. Потом, в общем, я меня вырвало, скажем так, и такое облегчение. И вот, не знаю, почему так. Может, у кого тоже так бывает, я не знаю. Как чай, представляете, от зеленого, от черного. Поэтому я всегда покупаю чаи без теина. Вот смотрите, видите? Конечно, заготовка еды очень хорошая тема, но вдруг у вас тоже такое бывает. Вот, он уже поджарился. Можно уже добавлять чуть-чуть хамончика, чтобы он тоже вот так вот обжарился немного чесночком и принял вкус чесночка. Все нужно делать так, чтобы, как говорится, чеснок не сгорел. Горелый чеснок горький, весь вкус поменяет. И знаете, левой рукой не очень меня, хотя я, знаете, могу работать и левой, и правой рукой, мне без разницы. Я даже стригу не той рукой, как все парикмахеры. Вот. И добавляем, ой, вода у меня, вода нам не нужна. Ой, в раковину не свалилось бы это все. Подождите, сейчас солью. Вот так я все завалила, перемешала и обжариваю буквально минут 5. И все, готово. Это очень вкусно, кто любит такую фасоль. Это обалденно просто. Так что на завтра у меня уже еда готова. Это действительно вкусно. Я могу сожрать, не знаю, ведро, наверное. Не так сильно калорийно, в общем, вкусняшка. Вот такая, правда. Можно и замороженной фасоли тоже делать. Но у нас все свежее, поэтому я стараюсь свежее покупать. Хотя у меня и замороженные в заморозке есть. У меня всегда овощи в заморозке лежат. И фрукты тоже. Я из фруктов делаю смузи. А сейчас открыла кокосовое молоко. Смузи с кокосовым молоком. Это просто что-то божественное. О, не кокосовое, а соевое с этой. Ванилью. Я вообще ваниль обожаю. В общем, все обжариваю. Даже можно прибавить огонь немного. Ну, огонь. Огонь. Огнем здесь и не пахнет. И все. И всем приятного аппетита. Смотрите, как шипит вкуснятина. Ну вот, сейчас не шевелится. Смотрите, видите, как оно шевелится вообще-то. Ветер, ветер, ты могучий. Задолбал уже. Задолбали эти ураганы. Буду с вами прощаться. Я уже яблочко съела. Знаете, после этого жрать так охота. Вот, яблочко съела. Чай сейчас бестеиновый попью. И сегодня у меня большой брат по телеку. Ой, ну блин, вообще ураганище. Так что буду с вами прощаться до завтра. Пойду сейчас умоюсь, крема нанесу. И буду смотреть... Сегодня никакого футбола, слава богу, нет. Хотя у меня другой телек есть, но ничего. Будем с вами прощаться до завтра. Самого наилучшего вам. Тут сидит уже чуча своя, ждет. Скажи всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. В общем, Чарли и я поговорим вам. Пока-пока.